Здравствуйте, мои будущие папа и мама. Меня зовут Лиза, мне 12 лет. Я живу в детском доме уже много лет. Свою маму я не помню, потому что была совсем маленькая. Иногда я представляю себе, какая она, моя мама. Хотелось бы ее увидеть, спросить. Мама, почему мы не можем быть вместе? Мне очень хорошо в нашем детском доме. У меня много хороших верных друзей, с которыми интересно и легко. Здесь тепло, вкусная еда. Наши воспитатели очень добрые. Они всегда готовы выслушать нас, прийти на помощь, дать добрый совет. Они очень многому нас научили. Я очень благодарна нашему директору Дине Ване, которая очень заботится о нас и делает все для того, чтобы мы были счастливы. Но у меня есть модная одежда, телефон, книги и игрушки. Я ни в чем не нуждаюсь, у меня все есть. Все, кроме родителей. Я думаю, что вы очень красивые и добрые. Рука у мамы мягкая и нежная, а папа мужественный и сильный. Я очень жду вас. Я знаю, что вы обязательно меня найдете.